Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться вашими ценами, да. Тут сейчас у вас покупаем дыньки, арбузики. Дыньки очень понравились, да, очень вкусные. Арбузики тоже обалденные. И хотел бы узнать у вас цены, да. Что здесь у вас по фруктам? По фруктам это виноград. Виноград, да? Только сорванный сегодня. Сегодня сорванный, да? С куста прямо. Ага, середина лета, да, получается. Да. Начало августа. Да. И уже есть виноградик. Да. 25 гривен килограмм. 25 гривен килограмм. Угу. Виноградик, да. Персики. Персики почем? По 20. По 20 гривен персики, да. Такие мягенькие. Да. Мягенькие, мягенькие. Персики. Яблоки по 15. Яблочки по 15. Да, лук. Лук почем? Лук по 12. По 12 лук. И картошечка, да. Сколько? Картошка 13. О, картошка 15. Хорошая, да, такая. Да. Замечательная. Капуста по 10. Капуста по 10. Да, ребята, да. Если едете на море, обязательно заберите, да, каких-то вещей, потому что на салатик это самое... Кабачки 10. Кабачки 10 гривен, да, на зажарочку, да. С... Да. С яичком лук будет то, что надо. Крымский. Крымский лук красный. Да, красный, 35. 35 гривен, да. Так, 35-40, там, как, в зависимости от того, тоже, как погода и... Дыньки, я так понимаю, по 8, да, я уже раз... Да, 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 дыньки по 8. Дыньки по 8 гривен. Кукуруза, нет, не по 8. Эти почем? Вон написано цены. А, вон. Так, кукуруза? Кукуруза тоже по 8. По 8, да. Так, и арбуз по 6. Да? Да. Арбуз по 6. Арбуз вот такой вот одесский по 6 гривен. Это все, да, местное, да? Да, все, да. Все два местное, места. Все. Два местные, все. Я подношу, срезал с куста, принес виноград. Ага. Ну. Сразу человек приходит, попробовал, восхищается, потому что оно все свеженькое. Ага, понял, да. Все натуральное. Понял, да. Можно мне еще килограмм персиков? Ребенок, да, тоже бывает персики кушает. Персики еще не пробовал. Вообще сейчас отдыхающих много в начале августа или нет? Большое количество приезжает? Против предыдущих лет меньше. Наверное. Сейчас меньше, да? Да. Странно, вроде бы за Одессу все-таки больше выбирают. Крым уже отпал. Да, и да, уже... да, да, оно-то так, но раньше было белорусов больше было. А там по берегу, да, смотрю, здесь белорусов машин очень много. Ну вот сейчас появились они, а то июль мало совсем было. А сейчас появились, сегодня было несколько машин подъезжало из Белоруссии. Здорово, да, здорово. Да. Ну, конечно, люди, да. А люди уменьшились, люди, да, значит? Люди уменьшились. Вот сегодня они, видать, на выходные приехали. Килограмма. Вчера, да, дождик помешал, и все утречко. Ну да, еще такой, да, дождик не слабый. Да. Буровей. У вас тут не по крыше не посрывало? Не, у нас барабой минает. А, отлично, да. У нас стоит там Шустовские станции, ага, виноградные. Они, да, расстреливают. Ага, отлично, да, отлично. Да, самое. И у нас так все, как говорится, смягчается барабой. Это супер, да, потому что, да, потому рядом что рядом нам, вот возле Петродолины там сильный ураган прошел был дня три назад, повалило деревья. Два столба. Да, я слышал, что здесь посносило вообще тут такое, именно такого редко когда бывает, именно как сейчас. Да, да. Не часто, вот именно нам тоже так не повезло в этом плане. Да, потому что я море по месту приехал. Ну да. На эти выходные это не повезло. Да, ну хорошо, спасибо большое. Такой самый сладкий. Сейчас быстренько попробую. Подписчики увидят. Самый такой хороший. Не переживайте. Сейчас попробуем. Офигеть, персики. Давайте еще килограмм. Вот это персики. Такие сладчайшие. В Одессе все вкусное. Село Боробой, тем более. Да. Село Боробой, начало, да, я так понимаю? Возле заправки Авиас, да? Авиас, я вижу, да. Да. Угу. У нас все сладкое и все вкусное. Да, вообще, очень сладкий, вот очень. Герой Боробой. Не просто сладкий, а мед, натуральный мед. Это без преувеличений.